Привет, YouTube! Сегодня мы посмотрим, как сделать вот такую обезьянку Деда Мороза. Потому что скоро Новый год, а 2016 год – это год красной обезьяны. Обезьяна у нас не красная, может быть абсолютно любым цветом. Для этого нам понадобится два шарика ШДМ 260 размера, один белый шарик на 2 дюйма, один красный шарик на 8 дюймов, кусочек ШДМ любого цвета, насос и два маркера, белый и черный. Итак, приступим. Сначала мы берем ШДМ 260 размера, растягиваем его и надуваем. Надуваем не до конца, оставляем кончик. На 6 пальцев. Завязываем. Завязываем поближе к кончику. Берем второй шарик. Растягиваем. Также надуваем его не до конца, но оставляем кончик примерно 7-8 пальцев. Завязываем. И связываем два шарика между собой. То есть у нас есть основной шарик, который потемнее, и шарик посветлее. То есть это будет у нас мордочка, пузико и попка. Берем сначала шарик основной, потемнее который, и делаем пузырь на 3 пальца. Скручиваем и делаем пузырь. Дальше делаем пузырь на 4 пальца и еще один пузырь на 3 пальца. И также делаем крючки. Теперь делаем еще один такой пузырь на 4 пальца и обращаем его вокруг крючки. Дальше берем светлый шарик, делаем пузырь на 4 пальца и оборачиваем его вокруг противоположного пенчика. Вот что у нас получилось. Теперь берем светлый пузырь и проталкиваем его между двух сторон. Мордочка у нас практически готово. Теперь берем два шарика, сжимаем их, опускаем воздух и в середине скручиваем между собой. Вот таким образом. Дальше берем основной шарик, делаем пузырь на 4 пальца. Дальше пузырь, два пузыря делаем на 2 пальца и еще один пузырь на 4 пальца. Складываем и оборачиваем вокруг нашей пузырь. Вот такая у нас конструкция получилась. Дальше берем оба пузыря вместе и делаем скрутку
4 палки. Далее берем эту кожу, делаем пузырь на 2 пальца. И делаем два крышки. Цвет шар нам больше не нужен. Далее берем шарик, делаем пузырь на 2 пальца и просовываем наш шарик в петлю. И петлю вставляем между двух маленьких пузырей. Вот таким вот образом. Далее поворачиваем, делаем такой же пузырь на 2 пальца и оборачиваем его вокруг нашего пинч-твиста. Разворачиваем ножичку нашего обезьянки. Светлый пузырь проталкиваем, расширяем руки, лапы на сторону и поталкиваем ее в середину. Хвостик загибаем. Обезьянка, в принципе, готова. Осталось ее украсить, сделать из нее праздничного Деда Мороза. Для этого берем 8-дюймовый шарик. Надуваем его. Прикладываем к голове нашей обезьянки. И по размерам смотрим, чтобы была не сильно большая шляпа. Где-то вот. Завязываем ближе к кончику. Шарик. Берем двоечку белую, также надуваем ее, делаем на ладошку, также завязываем. Теперь берем эти два шарика и связываем их между собой. Связали. Берем за узелок, проталкиваем его внутрь, с противоположной стороны, пытаясь ухватиться. Крутились. Здесь мы перекручиваем. Берем кусочек ШДМ-ки и фиксируем. Обкручиваем вокруг нашего узла. Завязываем узелок, чтобы у нас ничего не развязалось. Вот. Вот такая шапочка у нас получилась. Поправляем ее. Берем нашу обезьянку. И кусочек ШДМ-ки, который мы привязали, то есть один край мы обматываем вокруг одного уха.
Второе. Отправляем шапочку нашему, нашей обезьянке Деду Морозу. Все почти готово. Берем кусочек белой шиденки. Надуваем. Завязываем. Делаем небольшой пузырь на два пальца. И сворачиваем его вокруг себя. Берем нашу обезьянку и оборачиваем наш пузырь. Делаем скрутку и оборачиваем скрутку вокруг финиш-твист. Не нужно его убираем. Завязываем. Отрезаем все лишнее. Отрезаем. Вот. Обезьянка, Дед Мороз у нас почти готова. Осталось нарисовать ей мордочку. Берем маркер. Рисуем мордочку. Глазки. Улыбочку. Вот такая обезьянка у нас веселая получилась. Ее можно будет подарить своим друзьям на Новый год. Ну или просто поставить себе дома как сувенир. По заказу шариков, повторяю, нужно звонить по этому телефону. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!